Вот сейчас мы идем покупать мне мужские трусы. Она меня спрашивает, почему мужские? Я говорю, ну, блядь. Чтобы я была свободной, говорит. Чтобы дышалось хорошо. Чему там дышаться? В смысле, чему? Ответьте мне, пожалуйста, здесь все вот под этим кружочком. Девочки, вы носите мужские трусы, скажите честно? Да что за прикол, носят? Это удобно. В смысле, чему там это тебе, блядь, дышать? Ракушки твои. Короче, я хочу, чтобы Кристина вот выбрала такое белье сейчас. Такие красненькие, как вы считаете, ей подойдет?